Вот эта кора, она от старого дерева. Сосна. От старой. Елка. Или елка. Ну, короче, пихтовое дерево, да? Вот смотрите, когда совсем тяжело будет, нечего вам будет кушать, отламывайте кору от старого дерева, от сосны. Она маленько такая сыроватая. И здесь вот есть такие жучки. Вот смотрите, хотите верьте, хотите нет. Вот, берешь этого жучка. Он живой, все. Живой. Просто его берешь, откусываешь, остается вот одна голова. Разжевываешь его и кушаешь. Вот, вот смотрите, такое типа гнездышко у него свитое. Берешь второго целиком. Раз. Откусываешь, остается одна голова. Ну, голову, в принципе, тоже можно съесть, но она нам ни к чему. По вкусу, как будто я ем кедровые орешки. Вы не поверите. Это очень классно, очень вкусно, очень питательно. Обалденная вещь. И если вы хотите пополнить свой рацион белками, витаминами, там, прочим моментами, и нечего будет кушать в тайге, вот, я вам рекомендую. Очень легко пополнить свой белковый запас. Вот берете этого червячка, или как он называется? Короед. Короед, личинка короеда. За голову его берете, вот тут, видите, у него башка. И, как говорится, это вот он меня пытается укусить, там он какой-то вялый маленько, ну, прохладненько на улице. Вот, берете его за голову, оп, жуете. По вкусу он как кедровый орешек. Он реально, он очень вкусный. И ничего тут противного, там, сверхъестественного нет. Хотите его на рыбалку использовать? Да пожалуйста. Ты оставь там на низе это хоть чуть-чуть. Всех-то вот неси, да? Вот еще. Попробуй. Он реально как он по вкусу как кедровый орешек. Угу. Он маленько отдает сосной, чем-то таким кедровым. Кедровым орешком, кедровым, да? Кедровым орешком. Он очень вкусный. Вкус кедрового орешка. Вот. Берете за голову, откусываете. Угу. Башка улетела. Прикольно. Хороший привкус. Приятный. Классный. Рекомендую. Живой белок. Если кто-то хочет попробовать, пожалуйста. Вот обычная кора. Натурпродукт. Натурпродукт. Подписывайтесь на канал Константина. Ставьте лайки. Колокольчики там. Ебашьте в бубенцы там, как говорится. Колокольчики, бубенчики. Да как хотите, короче. Отдыхайте, радуйтесь жизни. Всем привет.